Я никогда не крашусь за рулем, я никогда не разговариваю по телефону и никогда не отправляю сообщения. Никогда не пролистываю ленту Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте и Одноклассников, потому что Одноклассников у меня просто нет, например. Я действительно воспринимаю свою машину как свой второй дом. Я очень люблю водить. Машина для меня это... То без чего. Я правда сейчас, вот, особенно сейчас вот наступит зима, я правда не представляю, как без машины. Потому что я все время мотаюсь со съемок на съемку, много вещей. И если вот вы откроете багажник, вы поймете, что это действительно это гардеробная. И я стараюсь, правда, водить аккуратно. Я всех пропускаю всегда. За редким исключением, если только наглым образом мне в бочину без поворотника пытаются въехать. Тогда я уже я сигналю, и для меня это, ну, меня это возмущает. Но в целом я ответственный водитель.